Заходите, заходите. Погнали. Так, смотрите, снег. Смотрите, нихуя. Ебать. Ничего, блядь, у меня деньги прибавляют. Смотрите, Мизулина перевела. Те самые 19... Бля, я в розыске, кстати. Слушай, все как в реальной жизни. В Россию приехал, много денег, и я в розыске. Реально. КРМП. Так, блядь, надо срочно тачку. Подождите, меня слышно? Алло, Иван. Иван, скажите, пожалуйста, вы меня слышите, Иван? Иван замерз. Амелия. Блять. Так. Не-не, это иди-ка ты нахуй. Мне все это уже... Это магазин? Что, блядь, зимний дрифт? Давай. А, блядь, у меня ж денег нет. Ёб твою мать, это за real money. Пошел ты нахуй, Сергей. Ой, что такое? Ага. А вот эта машина чья? Ой, блядь. А, аренда. Во, давай, давай. Для начала аренда воспользуюсь приложением в телефоне. Нет. Так, блин, я забыл, как играть. Давай. Да ёп. Аренда, да-да-да. Аренда, да. Во. Так. Давай с карты начать аренду. Успешно. О! Все, да? Заебись. Погнали. Так, нет, давайте туда. Едь в казик. Какой сервак? 18-й, номер 18. Сервер номер 18. Сервер номер 18. Ебать, тут все в снегу. Как называется? Я ж сказал. Свободный билборд. Для аренды обратитесь в организацию ТРК Ритм или нажмите N. Опа, 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 опа. Это мне надо, прям сейчас. В смысле? Алло, сука! Я же нажимаю N. Какая еще любовь 18+. Эксклюзивной анимации? Как нет? Пиздец. Ой, блядь. Ебать! Здорово, мужики. А меня слышно, мужики? Блять, меня не слышно, что ли? Вас не слышно, сука. Я хочу этот билборд. Зубенко Михаил Петрович приехал. Так. На стриме слышу. Нет, ну это понятно. Сейчас, минуточку. Мне надо что? Блять, бомж какой-то пришел. Так. Да ёб твою мать, как этот билборд? Или нажмите N. Ну я же нажимаю. Ой, блять. Так, что-то тут суета какая-то начинается. Пора бежать отсюда нахуй. Бля, бомж, 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 иди нахуй. Бомж, 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 блять! Да вы охуе... Ты чё, бомжара ебаная? Сука. Да блять! Еще один... Быстрее, блядь, поехали. Блядь, еще один. Да сука! Так. 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 Так, подождите. Надо вспомнить, как это делать.
Тебе в ТРК надо, чтобы занять этот билборд. А что такое ТРК? Почему меня на стриме не слышим? А потому что я потише сделал микрофоны, чтобы вы всякие плохие вещи не говорили. ТРК где находится? Лети в КАЗ, подождите. Успеем мы еще в КАЗ. Ребят, заходите пока. Алло, мы твои подписчики, давай мы поможем тебе добраться. Дай руля, это, если слышишь, дай руля Славе, он докинет. А куда добраться-то, куда? Ну тебе надо на билборд, это надо в ТРК. А чё, а я смогу прямо сейчас это вот все сделать? То есть прям сразу арендовать и все будет работать? Или как? Ну, наверное. Окей, сейчас. Только я сейчас метро людям покажу. Ребят, смотрите, тут есть метро, ебать, представляете? Смотрите, сейчас. Вот так вот. Оп, сейчас оно уже не работает, поздно. Но, блядь, метро больничное, чё нахуй. Но здесь реально поезда ходят вечером, днем, короче. Когда на серваке куча людей. Почему-то снег идет в метро, чё, блядь. Ну ладно, это бывает. Вот. Тут можно вот так вот спрыгнуть, я, конечно, такое осуждаю, блядь. Вот. Можно прямо сюда залезть. И похерачить, прям вот, вот так вот. Как Супер Сус, короче, записывал видос, и мы можем здесь этим заниматься. И вон туда, ладно, я туда не пойду. А то мало ли сейчас среди ночи поезд поедет. О, ля-ля, сука, бегает, блядь. Пойдем, шоколадный заяц. Кого? Окей, а как? Кто за руль-то сядет? Я же машину арендовал. Ну, она все, ну вот видишь, пропала свободно, еще заново арендую. Так а кто в итоге должен теперь арендовать-то? У кого? Прав нет? Ёб твою мать. Так вы скажите просто метку, куда поставить. Метку, бля, как тебе объяснить, ну? Да, Анатолий, садись просто за руль, мы будем там этот пилотировать. Да подожди, блядь. Ага. Блядь. Да сука. Да сука, телефон, иди нахуй. А чё ты именно 18-й выбрал? А, ну потому что, блядь. Потому что это новый сервер. Относительно надо новый. Было на 04-м, там, понял, работает охуенный бизнес. Аптека есть в городе Лыткарино. Это в юшке оружейка. Ну, уже все, поздно. Если контракт продлят, может, на 04-й пойду. Там много народу. Так, ну и чего, и куда ехать? Пока прямо, а потом направо. Какой онлайн у этого сервера? Ну, на самом деле большой, просто я поздновато захожу. А так здесь онлайн, ну, нормальный. Я бы сказал, здоровый, нахуй. Около 1000, если не больше. Ты б с нами в Дискорд пошел, мы б там это сориентировали. О, не, спасибо, не. Нихуя. О, у Бандеры опять что-то. Прямо. Ой, у Бендера, блядь, я, сука. Ля-ля-ля. Алло, мадам, а ты что тут одна? Одиноко я в холоде бегаешь, блядь. Не понял, блядь, то чё? То так надо, то проветривание. Может тебя подбросить куда-то, эй? ЧС, вы ебаные. Ну, знаешь, пошла нахуй. Не особо-то и хотелось. Ебать, что там, вода брызгает. Бежит вообще на все насрать. Куда бежит, зачем? Так, и чего, куда дальше ехать? Право. По-моему, я кругами еду. Ну ладно.
Блин, если получится билборд выкупить, это круто будет. Я примерно знаю, что я туда поставлю. Вот хуярь, прямо там увидишь, короче, там знак Эдова или что там написано, или Нижнегородская область. Кто? Лан. Чё? Окей. Какой знак? Прямо, короче, едь. Чё-то меня сейчас в лес, походу, вывезут. И всё, и пизда. О, смотрите, еще один билборд. Че это нахуй такое? Тут все билборды свободны, ребят. Я сейчас все выкуплю, нахуй. Все билборды. Бам, блядь! Вот так-то. Надо соблюдать правила дорожного движения. В области ожидается малооблачно, минус 11 градусов. Охуеть. Ну что вы хотели? Зима, ёпта. Опа, блядь, летит. О! Ой, блядь! Еще один свободный. Опа, опа, шо, куда мы приехали? Сейчас направо, направо. Дальше так. И направо. Прямо, прямо. Нижегородск. Чуть-чуть прямо и потом направо. Вот видишь поворот куда. Еще один билборд свободный. Так и запишем. Бля, я в какую-то деревню вообще еду. Кто-то печку топит. Ща на перекрестке налево. Ага. Лево, лево, полево. На нахуй. Ля, какой городок. Так, а здесь что, куда? Лево. Лево. Это конец? Что конец? Вот это что ли место? Да, ну так кто-то понял, эти рабочие могут спать, короче. Бля. Вот видите, они на вот этих мусоровозках это устанавливают. Бля. Ты можешь купить, понял, заказать сейчас, но они установят потом завтра, когда будут активить. Окей, а где заказывать? Надо в здание зайти, да? Нихуя бюджеты, блядь. Здание, да, в здание. Заходи, там заказывай. Вот. Так. Кстати, те, кто будет заходить на сервак, вписывайте мое имя и фамилию. Алексей Губанов. Да, вот здесь. Сейчас, вот подожди, здесь. Подожди, блядь. Личная информация. Вот, Алексей Губанов, вписывайте там, короче, где-то надо вписать, мне дадут бонус за это. Бабки, блядь. Вот. Вот только я забыл, где это делать. Блядь, я же свою организацию вроде создавал последний раз, помните? В Кремле. Мы в Кремле, вот тогда, помните, мы тогда... Организацию свою создали ведь, или мы ее не создали? Семью, мы семью сделали. Кейсы будут? Ну да. А они у меня есть. И надо в семью людей набирать. Почву спалил, алё, хуесос, блядь, заебал спамить. Даньте ему пермач, долбоёба этому, блядь. Эту почту и так все знают, идиотина, блядь. Нахуй ты спамишь, дебил, блядь. А даже если бы и спалил... Так тем более, нахуй ты спамишь, идиот. Так-то, может быть, и никто бы не заметил, но ты, долбоеба, кусок берешь и начинаешь спамить. Конченый, блядь. Бля, я в шоке просто с дебилов. Так, это магазин. Это тоже все не то. Это не то. Это карта. Это не то, блядь. Вообще тут где-то я должен бонусы еще забрать. Бонусы за то, что люди по моему промокоду регистрировались. Точнее, используя мое имя. Я все забыл. Это пиздец. Я вообще забыл, как это все тут делать. Вот, видишь, пишут типы команду вот в нон-рп-чат. Вот, напиши слэш бонус.
Нихуя! Его там надо забрать. Бонус за приглашенного игрока, Это если вы мое имя будете вписывать. Куда вписывать? Вот тут, блядь, вопрос интересный. 600 тысяч рублей! Сюда. Бля, до 20 миллионов чуть-чуть не хватило. А вписывать-то куда? Реально. Это при регистрации там вроде понятно будет. Там можно будет написать, когда вы регистрируетесь. Там, когда регистрируется, там есть специальный этот. Это типа понял, когда вот при регистрации тип регистрируется, он вписывает никнейм того, да, мой никнейм, кто его пригласил, вот, чтоб туда, да, твой ник вписывать. И еще промокод есть, который вам даст, соответственно, бонусы спустя какое-то время, по-моему, спустя 8 часов, как вы наиграете на сервере, вам дадут бабло и еще что-то. Вот. Так, а что? Промокод вводить слэш p-код или через mn вроде можно? Да-да-да, вон пишет в чате. P-код и мой промик. Промокод вон в чате. Хесус промокод. Номер 35, билборд у спавна, который ты смотрел в первый раз. Арзамас. Так, далее. И чё? Да. Так. Ну подожди. Во, я хочу вот этот, типа, крутой машина, вся хуйня. Текст. Текст. Пусть будет белый текст. Длительность аренды. На сколько часов вы хотите арендовать билборд? 24 часа. Допустимый срок от 2 до 10. Блять! Ладно, 10. Так. Скажи, чтобы подписались на ТГ. Кто? Ребят, подпишитесь на ТГ. Украину без VPN пускают? Конечно, блять, а почему не должны пускать? Я вообще слышал, что владелец вот этого всего украинец. Поэтому, собственно говоря. Так, ну я все сделал, да? Напиши ТГ в билборде. Можно. А можно так, что ли? А так что, можно, что ли? Подписывайтесь на его ТГ. Спальня деда. Нет. Да. А они не пропустят? В смысле, блять, а что я тогда еще должен здесь рекламировать? Нельзя, блять. Ладно, тогда просто напишем, что Хесус лох и все. Хесус лох. Что еще можно написать? И все, да? Ну, блядь, теперь надо что-то написать, сука. Слава Украине. Нет, давайте без политики здесь будем на этом сервере хотя бы, блядь. Буба топ. Подтвердить и оплатить. Скидки. Да. Бля, ну теперь он ожидает проверку. И хрен его знает, сколько ждать. Я сейчас все выкуплю. Я выкуплю вообще все, блядь. Сейчас на всех билбордах этого города будет написано, что Хесус лох.
Супер. Подожди, я же фон, блядь. Вот этот хотел. Почему фон не меняется? Чё за говно? Блять, фон не меняется. Классно. Да я жму Е, не помогает. Е, еблан. Батя твой еблан, долбоёб, блять, я нажимаю Е, нихуя не меняется, блять. Сука, блять. А короче, блядь. В принципе, этого и достаточно. Вот так. Вот так. Вот так. Бля, не, ну я затрахаюсь, ребят. Сколько мне тут сидеть, арендовать это все? Шо? Теперь жди, когда возьмут, исправь нас в настройках потом. Кого исправить? А, понял, можно настраивать потом билборды. Окей. Да, арендовать. Да что? Вы уже арендовали максимальное количество. А, ой. Я думал весь город выкупить. Сука, блять, сука. Сука. Ну чё тогда ждём, я не знаю, конечно, было бы здорово, если бы сейчас зашёл какой-нибудь... Какой-нибудь челик там... одобрил бы там вот это вот, да? Нихуя себе здесь шо. Лё, блядь. Не нажимайте на меню слишком часто. Так я нажимаю, нихуя не происходит. Ля, ебать, чё творится? Это Моргенштерн. Камеры, штативчики, объективщики. Да блять! Да... Да нахуй ты себя фотографируешь, долбоёб. Пиздец. Ща, подождите. Да блять! Все, я типа сделал снимок. Пиздец. Нормально, нормально, нормально. Подсказка, чтобы отключить, включить движение головы, используйте... А, это я понял. Ну, ух ты, ебать. Опа, блядь. Ага. Хочешь, я тебе все деньги себе? Да. А ломануть это можно взломать? Нельзя. Арендовать? Не понял, нихуя. Да, сука, блядь, ничего не работает. Дать пройти. Дай нам прилос. Это твоя дать я пройду, семья, дать... в которой ты... Дать я пройду. Что семья? Вот, ты напиши сейчас family. Вот это твоя семья? Или... Чё, где family? Фамали? Да блядь. Family. Family. А, вот F-меню напиши. F-меню. О, так, информация. Единая Россия, название, основатель Алексей Губанов, состав один человек, бюджет 0, блядь. Да, да, ребят, это моя семья, да, называется Единая Россия, да, да. А вы думали, вот такая вот хуйня. Основатель, видите, Алексей Губанов, ебаный, блядь. Вот, ну у нас как бы, ну, скажем так, своя Россия. Вот, напиши сейчас такую команду, сейчас я тебе напишу в чат. Кого?
вот такую инвайт, вот и наши айдишники пригласили на свою банду. Не, подожди, будем бандитами. Не, ну подожди, не-не-не. Надо как-то отбор какой-то проводить, а не просто типа, блядь. Взял и все. Может за бабки там, я не знаю, там, ну как бы, ну не за бесплатно там, ну это самое, ну ты понял, да? Так, блядь. Эу! Эу! Ты чё, охуел? Какого хрена, чё происходит? За рулем никого нет даже, блядь. Да ебать! Каждый раз приходится заново арендовать. Это, кстати, бесит. А, это, кстати, бесит. А, это, кстати, бесит. Вот что этот Алексей тут стоит? Алексей! Ну нахуй. Ой, блядь, кто включил? Сука. Блядь. Кто трогает мою магнитолу, блядь? Сука. Так, вы, блядь, коммунизм это право каждого на чужую. Ёб твою мать, куда я приехал? Тут где-то остался, как просто живет. Ужас, блядь. Да ебать, вы... Хватит, блядь. Не-не-не-не-не, подожди. Подожди, блядь. Как там? Блядь, я забыл, как радио управлять. Нахуй, ёб твою мать, блядь. Сука, блядь. Кому я говорю? Блядь, извини. Да ёб твою мать, блядь. Какая там кнопка на клавиатуре? Ой, ба, я хочу на завод съездить. Какая там кнопка, напомните, пожалуйста. Ой, бля. Так, я могу здесь устроиться на работу? Я хочу работать на заводе. Работать хочу. Блять. Не понял. Бля, Максим Кац. Извините. Кто, блядь, стреляет? Это не завод, это аукционные контейнера. О, да ладно, а я могу воспользоваться этим? Я бы хотел пару этих контейнеров открыть. Ебать, кто едет? Так, сейчас, минуточку, я арендую. Ху. Бля, опять ты что ли? Нихуя ля, сука. Сейчас только через кого-то там сможешь сделать. Не понял, блядь. Чё так сложно? Почему я не могу просто взять контейнер и все? Ебать, это кто приехал? Это у них скины. А, это этот. Я понял. Ой, ебать, чего? Максим. Максим, давай садись. Давай, полетим. Меня подожди. Ха-ха-ха! Пока! О,
Опа-опа, вот тут. Тут дрифтовать можно. Ну-ка. Здорово, дрифты. Здорово, Хэсус, бля, здорово, Хэсус. Здорово, да, здорово. Блядь, что мне со здоровьем? Я сейчас сдохну. Блядь, я сейчас сдохну. Вы выехали из сугроба. Так, подождите. Ты что меня подрезаешь, блядь? Что, какого хрена тут чувак на грузовик? Блядь. Блядь, да что за... Че за охуевшая там катается, меня давит. Потому что... Там по РП, типа, хорошо, должен приехать грузовое судно, и в тех контейнерах... У меня вопрос. А? Ой, а что ты прилёг? Давай, а как вы относитесь к молодому стримеру и клипмейкеру Владимиру? Вовремя я умер, конечно, вовремя. Вовремя. Я так и думал, что сейчас начнется суета, блядь. Да нахуй отстаньте, блядь, я прилип к этим людям. Какого хрена здесь вообще происходит? Дай пройти, блядь, бомжара ебаная. Нет. Да. Дай. Алло. Алло. Как меня слышно? Нормально. Блядь. Так, медперсонал, идите нахуй. Отпустите меня. Отпусти, блядь, не пути, сука. F? Что за F? Тебе, короче, надо хотя бы половину ХП восстановить, тогда сможешь выйти. Не, ну я в курсе, тут просто где-то можно было подняться на второй этаж и похилиться сразу. А сейчас, блядь, нет почему-то. Написано F. А, во! Да. О! Экспресс лечение, заебись. Вертолетная пла... Бля, вот бы вертолет сейчас, конечно. Эх, бы вот бы сейчас вертолет. Блять. Блять. О! А вот вертолет. Сюда, сюда, сюда! Купи машину себе. Так у меня есть. Надо просто на стоянку какую-то приехать и там взять. У меня на самом деле несколько машин. Смотри, с закрытыми глазами. Я далее чем могу. Опа, опа, бля, кто-то бежит. Блять! Сейчас мужик не поймет, типа, чё? Только что был здесь. Бабовна ёбаная. О, опять эта хуйня. Хесус, ты чё, сдох? Улицы? Блядь! Да где, блядь, вход в эту больницу-то, ё-моё, а? Чё за звук? А, чел упал! С крыши спрыгнул. Бля, я что-то не понимаю. Да ёб твою мать! Все, я попал. Что? Что, блядь? Ой, сейчас походу будет кое-что, да? Напомните там, как настройки зайти. МН, по-моему. Бля! Бля! Бля!
Подождите, напомните, как настройки зайти, ебаные, ребят, напомните. Блять, я не понял, все поменялось, блять, как настройки открыть? Где там, соответственно, все остальное? Или... Как нахуй зайти настройки, ебаные? Алёша, у тебя там плохо? Пиздец. Я просто захочу, чтобы они все заткнулись. МН и сверху настройка. МН. Ну и где? А, вот же, блядь. Все. Бля, а чё? Алё, я же заткнулся. Сука, блядь! Помогите, блядь, да что ты падаешь? Да блядь! Блядь, да не падай, блядь! Питеры ебаные! Блядь! Сука! Тут какой-то читер ебаный. Так, все, пришло время писать админам, походу. Ну, пиздец. Перезайди, все будет нормально. Так, в смысле, с хуя ли я должен перезаходить? Оно сразу должно работать. Бля, меня опять что ли... Сука, что за долбоеб? Ёб твою мать! Да, все, теперь уже ничего не слышно, заебись. Так, школьников заткнули, теперь осталось разобраться с последним. Сейчас будем разбираться. Сейчас будем разбираться. Ай, бля. Хорошо, хоть не запретки. Удивительно, на самом деле, реально удивительно. Очень странно. Я ожидал, что будут запретки, но нет. Чел просто не догадался, походу. Ебать людей понабежало. Понял, надо похилиться. Зато сейчас те, кто на стриме сидит или там уснул, например. У Мазела запретки хуярили VR-чат, а у тебя нет. Ну ты не сравнивай, блядь, VR-чат. И опять же, да? Активность. Сейчас просто... Время еще такое, дети спят уже. Не все, как вот мы видим, да, но основная масса вонючих, ебучих детей, ссаных, обоссанных. Уже в кроватке, завтра в школку, блядь. Хуесосы малолетние. Так, сейчас я... Сейчас. Бля, вот вроде все заебись, но чат нельзя отключить почему-то вот. Вот почему чат нельзя отключить? Что за хуйня? А, блядь. Да я осуждаю чат, конечно же, осуждаю долбоебов всяких. Ничего, 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 ничего. Ничего, ничего, всех забанят, говнари, бля. Каждому по пермачу. А как там? А, и в 7 пишут. Все, пошел нахуй. Так. Сейчас арендую тачку. Подожди, где я нахожусь? А я где? Я не понимаю. Это? Ну, вроде оно. Успешно. Вроде оно. Во, вот эта машина, заебись. А как из машины выкидывать людей? Тоже напомните. Бля, все забыл. Я такой тупорылый, я в ахуе.
закрой дверь. Напоминайте, как закрывать дверь. Лок. Лок. Да ёбаный рот! А, два надо, господи, сука. Блять, алё. Максим, хули ты летаешь здесь? Так, я хочу поехать устроиться куда-нибудь на завод работать. Что это за лапка? Фирменный зоомагазин. Не, у меня животных нет. Только некоторые, которые там всякую хуйню включают и в чат пишут, вот. Они, да. Но их кормить я не хочу. Ой, блядь, что, сука? Какого хрена прям посреди дороги, блядь? Ладно, надо остановиться. Вот долбоёб этот Максим. Как скачать? Да, блядь, скачать ссылка в чате. Ну ты чё, блядь, первый раз, что ли, в интернете что-то скачиваешь? Это интеграция, да-да-да. И обязательно при регистрации мое имя. Ну-ка, ну-ка, бонус. Вы чё, охуели, ребят? Вы не забывайте имя мое вписывать. Ну ё-моё, при регистрации, что это вообще такое? Столько людей зашло и я указал. А чё за хуйня тогда? Ты точно правильно моё имя написал? Там нужно отыграть часы. Третий левел нужен. То есть бонус за тех, кто играет долго. Нихуя. Вот оно шо. Ебать, летим. Так, опять дорога. А можно тачку починить на заправке? Заправиться, цена за литр. Гандун! Куда я в итоге, блин? Куда я еду? Что это за место? Блять, тут забор. Что это? Нарушение. Да блять! Меня толкнули сюда. Понятно, тут вообще не проехать. Опять этот Максим едет. Ребят, не надо за мной кататься. Устраивайте свою жизнь. Живите. Да, блядь, как отсюда выехать теперь? Найдите работу себе, зарабатывайте деньги, прокачивайте себе левел. И в будущем, на следующем стриме, когда мы будем снова играть... Блядь, когда мы будем снова играть в GTA, я вас в свою семью возьму. Чё вы, блядь, за мной ездите, сука? О, дураки, блядь. Не, подожди. Бля, опять этот чертило ёбаное приехал. Сука, тварь, блядь. Чё, теперь меня преследовать будет, да? Гандон, а? Что, все, сдох, тварина? Все, да, блядь? Давай дрифт-кар купим и будем хасанить, как Ренат и Стил и Равшан. А давай, 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 давай. Как там купить? Сейчас, подожди, репорт... Ну, если вопрос, заберите команду. Фак. Где, подожди.
Введите свое сообщение на страницу сервера, оно должно... Читер, мать твою! Жалоба на игрока. Ваше сообщение отправлено. Репорт, текст, вопрос, жалоба, ну. 109 ID. Читер. ID 109. Недавно вы уже отправили... Да ёб твою мать, блядь! Читер! ID 109, ёб твою мать. Все, отправил. Когда видишь таких долбоебов, пишешь репорт и... Да, да, да. Но я не знаю, админов сейчас на сервере, походу, нема, понимаете? Поэтому это проблема. Мне бы сейчас заехать похавать, мне надо продукты, я опять сейчас скоро сдохну. Хотя, возможно, у меня что-то есть. Маска нахуй, заедолбала уже. Долбоеб. Кусочки хлеба, во. Я хаваю? Я хаваю? О, вот так тоже прикольно, кстати, машину управлять. Блять. Блять. Особенно дрифтить, да. Но нам надо машину для дрифта взять. Вот где, где ее купить? Ох, ебать. Toyota. Алсу. Спасибо за 10 подарочных подписки, спасибо. Toyota. Спасибо. За донат? Toyota. А если не за донат? Сука, долбоеб. Toyota. Нет. Ремонт дороги. Спасибо. Нет. Кусочки хлеба — это наживка. А-а-а. Короче. 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 Нет. Нам надо разобраться. Нам... О, тут можно плавать? Реально? Ну-ка, давайте туда скатаемся. Да сука, долбоеба, блядь! Нет. Я сейчас сдохну, реально. Еще 10 подписок, спасибо. Да сука, блять. Спасибо огромное. Пипец, шо не день, то подарочные подписки прям. Я не знаю даже, что говорить уже. Реально, спасибо большое. Бля, у меня сейчас бензин закончится. Подождите, подождите. Бля, у меня вообще что-то с машиной происходит. Она начала себя очень странно... ощущать, скажем так. Что, блять... А, это вообще не бензоколонка. Блять, да что такое, сука? Вон впереди она была. Иди нахуй, Максим, ёбаный, блять. Блять, да что, сука, гандоны. Все, я сейчас сдохну, блять. Да идите нахуй, жуки, понос. О, правильно сделали эту малолетнюю хуйню писклявую. Осуждаю, осуждаю. Ну там, блядь, 13-летний какой-то хуесос был. Не знаю, подписчик кого. Явно не мой подписчик. Нет топлива. Заебись, блядь, я ж подъехал. Так. О, полный баг. Так, а каким надо заправляться-то? Я даже не знаю. Девяносто пятый.
Опа. Все, заебись. Заебумба, поехали дальше. Не-не, подожди, куда поехали? Во-первых, мне тачку починить, она у меня еле двигается. Во-вторых, бы пожрать хоть как-то. Но у меня ничего нет. Блин, лягушки есть, кусочки хлеба. Пипец. Ребят, угостите едой, жрать охота, пипец. Жрать, кушать. Выйди. Бля, боюсь выходить. И машина скоро сдохнет. Лимонад. Бля, ладно, я так уж и быть выйду. О, напиток. И чё? О, заебись. Это точно лимонад? Моча в банке. Что-то мне как-то не хилит ни хера. Вот я пью, и мне насрать. И чё? Бля! Бля, есть покушать что-нибудь? Нахуй мне вода? Это вообще... О, пошло. Все, теперь пошло. Сори. Все, хилимся. Better Tchanal. Спасибо большое тебе за подписку платную. Все, нормально, короче, достаточно. Шу. Ой, блядь. Чё, блядь, ты вылез-то, сука, долбоёб, нахуй, ёбаный дебил, блядь, конченый, сука, идиот, блядь, нахуй ты вылез-то, идиот, блядь. Ты, хуй. Опять этот чёрт. Бля, ну есть две проблемы. Этот Максим школьник ебучий, и этот тоже школьник ебаный. У кого есть оружие, убейте его нахуй. Я тут видел, один с пистолетом был. О. Все, что ли? Так, теперь надо понять, где машину починить. Бля, он опять здесь. Да ёб твою мать. Я отправил донос. Я отправил. Но админы спят сейчас, понимаете, спят. Сука. Да куда ты, блядь? Ну, сука, блядь! Все, поезда. Братан, а можешь оружием со мной поделиться? Мне бы оружие. Ой, блядь! Ой, блядь! Петрович, нахуй, Михаил, блядь, Степанов, сори. Так, где там долбоёб?
79, репорт ID. Кто 79 здесь? Заебался. Здесь Алёша Губанов, нахуй, ты тоже заебался, лишь, блядь. Преследуешь меня? Сука, тварь, блядь. Блядь, сука. Гандон, блядь. Сука. Урод ебаный малолетний, чтоб ты нахуй в школе тебя гнобили, блядь. Тварь, блядь. Тебя, скорее всего, там и так гнобят, сука. Гандон, блядь. Сука. Да блин. Он бессмертный. Короче, нам надо срочно найти самолет или корабль. Да ёбаный бобан. Так, кому-то придется вылезти. А, все, отлично. Куда? Я бы хотел в аэропорт и полететь, но я не знаю, куда тут можно летать сейчас, Майами или что-то другое, короче. В аэропорт. Майами можно? Бля, ну город уже поменяли. Ну давайте, давайте тогда в аэропорт в Майами полетим. Посмотрим, как там вообще погода. Там тоже зима. О, там лето. Ну вот и заебись. Погнали тогда. Что за проект? Это Радмир, ссылка в чате. Все в чате, можно скачать бесплатно на ПК, на телефон. И вообще играть круглые сутки. Заходите. Я еще буду здесь играть. Вероятнее всего, следующий стрим здесь, на этом сервере, в пятницу будет. Сегодня же среда. Да. Пятницу, пятницу. Четверг, четверг. Я, блядь, про тебя говорю. У меня еще среда. У тебя там четверг. У меня среда. Че? Ребят, все в аэропорт езжайте. Кто на сервере сейчас? Все в аэропорт. Там вместе все на самолете полетим в Майами. А ты где живешь? Я? В Америке? В Нью-Йорке? Да. Какой это сервер? 18-й, 18-й сервер. КРМП, сервер 18. Что, мне 4 косаря дали? А, блядь, там же у людей денег нет сейчас на билет. Так, это мы куда? Это вообще на какой-то завод кирпичный приехали. Вот это аэропорт, нихуя. Вот. Чё? Какого хуя? Где? Блять, только что аэропорт был. Почему я на заводе появился? Что за хуйня?
Чё, блядь? Бля, ну у меня бомж сыт. Пиздец. Кирпичный завод в Дагестане. Не, а чё за херня? Чё, блядь, случилось? Блядь, это читер, что ли? Так меня читер, сука, сюда телепортировал, походу. Пиздец. Бля, на самом деле, такой хуйни здесь нет, когда админа на сервере. Просто сейчас, видите, поздновато уже. Сука, блядь, ну я еще и стрелять не могу. Да ёп, там фермеры выбежали, такие, чё происходит, блядь? Тебя выкрали, чтоб обоссать, я в ахуе. Ну все, тогда, короче, блядь, будем работать теперь. Ай, блядь. Развозка урожая. Принять. Вы начали работу на ферме. В данный момент вы не можете выбрать эту работу. Ебать тебя в рот, блядь. Удобрение. Сбор урожая. Удобрение. В данный момент вы не можете. В данный момент вы не можете. Возьмите пшеницу в мельнице и отнесите на склад. Сука, блин. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, сука, несут, блядь. Несут, работают, видали, работяги, блядь. Во, еще один. Пиздец, уже два читера, я в ахуе. Блядь. Этого долбоеба бы тоже пристрелить не помешало. Я сегодня вместо админов буду. Блять, патроны кончились. Ёбаный насрал. Так, и чё, где тут удобрение? А, вот. О, заебись. И куда надо? Туда? Ля-ля-ля, сука. Работаем, братья, работаем. Во благо Родины. О. О, вот так вот заебись. Поедешь в Японию к Вове с Мазом? Да я бы с радостью, но я не могу пока. Вот бы они дождались, пока я здесь получу документы и смогу выезжать. Но ждать они не будут. Так, чуть-чуть осталось урожая. Давайте все на работу устраиваемся, ребят, переодевайтесь, будем урожай таскать. Значит, в другой раз. Ой, блядь, в другой раз, пока их вытащишь куда-то. Ты заебал. Ебать, ему весело, наверное. Так интересно вообще. Ну, типа, он сыт, ха-ха, блядь. Какой, вот, вот, блядь, вот просто безмозглый идиот. Бля. Ржака, ржака, бля, я подписчик не коглая.
И блядь, вот тоже долбоебик, ебать, Алёша ебаный. Вот я говорю, в следующий раз я вот их всех запомню, этот Алёша мне первый в бан полетит, блядь. Он по-любому сюда еще вернется. Первый у меня нахуй. Первый у меня в банчик полетит, хуй соус. О, последний. Все. Работа сделана. Сделано, блядь. А что дальше? А что дальше-то? Закончить работу. И в итоге сколько я? Нихуя, 4000 рублей заработал. Так, я хавать хочу. Я поработал, хочу хавать. Еда для новичков. Ну? А мне? Пиздец, это можно использовать только до второго. Ебать, я еще и не новичок. Я бы на комбайне хотел еще покататься. Так, ладно, работу мы выполнили. Вот только тот, кто меня возил, куда-то вообще исчез, блядь. Машина пропала, все исчезло. Я на заводе, не могу отсюда уехать, потому что нет машины. И что мне теперь делать? Пиздец. Ребят, кто-нибудь, приедьте, заберите меня. Во-во-во-во-во. Стой, давай уедем нахуй отсюда. Нет! Бля, еще один, что ли? А, это тот самый. Бля, мужик, подвези до города. Куда все на машинах пропали? Блядь, тут столько было людей. Погнали, 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 погнали. Погнали, быстрее, 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 блядь. Погнали, 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 блядь. Отлично, едем, едем. Заебись. Бля, главное не перевернуться сейчас. О! Что это за место? Ну, уже хорошо. В принципе, мы в каком-то поселке, наверное. Здесь, наверное, можно и тачку арендовать. Чё, блядь? Мы в Майами? А, это ты, значит, да? На, здесь зимы нет. С меня снег еще не сошел, блядь. Ну не, ну если я сейчас прыгну, я сдохну сразу. Я сразу помру. Тут даже потихоньку не получится. Попробуй, прыгай. Кстати говоря, есть план. Знаете, в чем он заключается? Смотрите, я сейчас сдохну. И появлюсь в больнице в Майами. По идее, да. И все. И нормально, ребята. Заебись. Только надо О, вот. Все. Дело сделано. Все, валим отсюда. Так. А как свалить из этой больницы? Где выход? Помогите! Помогите, как выбраться? Блять. 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 Сука, а выбраться-то как? Отпустите! О. О. Так это и был выход, что ли, охуеть. Никаких опознавательных знаков, просто дверь. Северное сияние в Майами, ну. О, плюс 5. Плюс 5, а чё так холодно, ёбаный рот, бля. И здесь тишина, никого. Блять, хоть читер прилетел бы.
Ничего себе, то есть тут живет кто-то, да? Ребят, кто с машиной есть на серваке, подъезжайте в Майами. Жду. А то я тут один, вообще никого нет. Опять что ли на карантин всех закрыли? Я вот видите, в маске хожу, соблюдаю. Карантин. Ну, пизда. Тут есть, я не знаю, какой-то... Магазин какой-то. О, все, читера вижу. Все, сейчас будет, смотри. Вот долбоёб, блядь, прилетел, сука, кончик. Блин, вот бы здесь, конечно, оружие, потому что здесь можно драться. Здесь можно отхуярить этого долбоеба. Нам визу не дают, как мы, блядь, прилетим, Хес, помоги. Да не знаю, как-нибудь, быстрее, блядь, спасите меня. Верните меня обратно в Россию, блядь, в этом Майами никого нет, ничего нет, тут пусто, и на меня суд. Сраная Америка, блядь. Где там этот порт? Сейчас сам нахер отсюда уеду. Купи дом возле тебя. Да на какой хер мне дом в Майами, где никого нет? О! Администратор Владимир забанил. О! Опа! Этого балдоеба, что ли, забанили? О! Владимир, бог. Вы реально бог. Все, ребят, заходим на сервак, заебись. Теперь сможем нормально поиграть. А можно еще Алешу Губанова забанить? Хуесосы, тоже мне мешал. Подождите, ну забанили другого? Блять! Какой ID? 82-й. Репорт. ID 82. Читер. Я же правильно все делаю, да? Ваше сообщение отправлено. Блять, что? Администратор, слежу, приятной игры. Да, спасибо, но его забанить надо, он читер. Владимир, 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 если слышите, забаньте вот этого Дмитрия, он читер. Он только что летал рядом со мной всю игру, не давал мне нормально. Я, если что, стримлю. Что? Я стример, если что. Вы можете зайти на мой стрим, Хесус АВГН, Джис АВГН. I'm sorry за non-RP, да, но как бы вы можете увидеть, что он, соответственно, читерит. Вот, он читерит. Зайдите на мой стрим и посмотрите запись. Вам скинут клипы. Вот это говно на мотоцикле только что летало рядом со мной. Я сейчас еще раз это сделаю. А какой там ID? ID 82. Читер. Можете проверить на моем стриме. И есть запись. Забаньте, пожалуйста, его. Плюс он еще мешает мне играть. Напишите жалобу на форум. Блять, какой нахуй форум, дядь? Ты че, ебанулся? Зайди на стрим, ебаный рот, блять. Какой форум, нахуй? Как доказательство у тебя перед глазами. Че шо, вообще шо ли? Я сервер рекламирую, мне надо рекламировать, а тут такая хуйня. Мне мешает человек прямо сейчас. Он играет нон-РП, он мешает мне, стримеру. За это уже бан надо давать. Вы понимаете или нет? За помеху, о, правильно.
Садись, брат. Пошел нахуй, блядь. Сука, ну что ж ты, блядь? Репорт. Айди 82. Читер. Читер. И мешает. Оно кикнул. И мешает играть на стриме. Делать рекламу сервера. Зайдите на канал Jesus AVGN и посмотрите запись прям сейчас. У меня нет времени заходить на форум. Слишком длинное сообщение. Да, блядь, идите нахуй, сука! Ебать! Пиздец. Окей. Айди. 82. Читерит и мешает. Ребят, хочу пожаловаться. Мне 62-го года. Сейчас ехала на скутере по порту, и меня сначала сбили. А потом избил человек с именем Алексей Губанов. Распространите. Это не то, что молодой клипмейкер. Да цесли длинная, блядь! Ебать, я чё должен писать здесь, нахуй? Ой, блядь. О. Бля, админ дебил вообще в ахуе. Бля, я на этого админа тоже репорт накатаю, нахуй. Какие-то помехи, у кого-то банит вообще непонятно за что, блядь. Слежу. Ты чё, блядь, не видишь, нахуй? Слежу! Алло, админ, если ты меня слышишь, пожалуйста, забань. Видите, он мешает мне, блядь. Я рекламу делаю. Не смотрю ютуберов. Ты чё, дебил, блядь, ебучий? Сука, идиот, нахуй. При чём тут ютуберы, блядь? Я сейчас на Твиче рекламирую. Рекламирую сервер, блядь. Бля. Канал Jesus AVGN. Мне человек мешает. Ок, блядь, что ок? Да ёбаное говно, блядь. Как же тут все хуёво сделано и неудобно, а? Ок, приятные игры, блядь. Алло! О, Максима забанили. Слежу. Сука, идиот, блядь. Да чё ж ты не следишь нихуя? Ой, Владимир, уволен, блядь, с админов, короче говоря. О. А, понятно. Давай, подкинь. Давай.
А хуй тебе, блядь. Я лучше пешком пройдусь. Не вижу нарушений от игрока. Ёбаный свет, блядь, тупорылый. Зайди на стрим и посмотри клипы, которые в чат кидать будут. ВЛС, ДС или ВК? Да мне делать что ли нехуй? Админ, ты чё, не видишь что ли? Человек, блядь, меня не дает нахуй играть нормально. Какой ЛС, ДС, ВК? Я стримлю, ёбаный сир, блядь. На 7000 человек идет стрим. Вот эта бомжатина мне не дает нормально играть на сервере. Вы что такое вообще? Администрация, куда вы смотрите? Он меня трогает, он меня давит, он читер, блядь, он летал за мной. Админ, вы тут, скажите, вот прямо сейчас, вы здесь? Алло, алло, вы меня слышите? Администрация, вы меня слышите? Я не понимаю, я ехала по порту, меня избили, обосрали, выключили его из чата, проигнорили. Администрация, вы здесь, вы меня слышите? Вот молодой клипмейкер и стример Владимир Братишкин так. Такого себе не позволял в армии. Извините. Это мой настоящий голос, я не выдавливаю. Ребята, обратите внимание, привлеките к ответственности этого негодяя. Чача, спасибо. Не ТП. Что не ТП, блядь? Пиздец, какой же у них в админах дебил сидит, я вообще в шоке. Это просто пиздец. Ребят, клипуйте нахуй, это должны видеть. Это должны видеть другие админы, которые завтра накажут его, короче говоря. А я сейчас его доебу. Здесь, блядь. Бля, сколько админу лет? 2 года? О! Спасибо! О, великий администратор! Ну, неужели вы это сделали? Я не знаю, слышите вы меня или нет. Но если что, он читер. Это и есть админ на мопеде, дурачок. Зайдите на мой канал, канал JessVGN. Это не реклама. Посмотрите, вам клипы скинут. А что, опять что ли он? Бля, он опять вернулся. Сука, продолжаем, продолжаем. Спасибо, но он опять вернулся. И рекламирует программу для читов.
Администрация, ну вы что? Вы не видите? Кого вы баните, блядь? Какого-то нахуй... Базилия, ёб твою мать. Администрация, помогите, забаньте, он рекламирует читы. Прямо сейчас на моем стриме, канал Jesus Again. Зайдите, блять, на стрим, 7000 человек свидетелей. Слежу, так вот, я тебе говорю, вот это вот, вот. Видишь, он бегает за мной, не дает мне играть нормально. Ты че, блять, на канал Jesus Again не можешь зайти или че? Канал Jesus AVGN. На Твиче, 8000 зрителей даже. Вот, он только что рекламировал, писал по поводу программы для читов. Летал за мной, вот. Телепортировал меня, кстати, сюда, в Майами. Я вообще сюда не знаю, как попал, блядь. Через телепортацию. Вы, администратор, сейчас допускаете большую ошибку. Вы делаете все для того, чтобы реклама вышла не такой хорошей, какой бы она могла быть. Из-за вас, вас уволят, администратор, вас уволят после этого, имейте в виду. О, а вот и аэропорт, кстати. Слышь, бомжар ебаный, мне не нужна твоя помощь, съебал нахуй отсюда, пожалуйста. Если будешь за мной сейчас ходить, это будет, соответственно, шоу, это правильно, ты мне будешь мешать. Это полномочный чача, Алексей, зачем вы сбили бабку и сбили ее? Да ты заебал тоже. Что происходит? Зачем вы так? Все, я прошу меня не преследовать, гражданин. Вот поэтому вас можно не слушать, потому что вы гондонс? Я прошу... А вот вы знаете, да, как нелегко пенсионерам на этом сервере Я играть? Прошу вас меня больше не преследовать, все. По правилам вы знаете, РП вы меня не должны... Да заткнись, миллионов. Блядь! 20 миллионов! Заткнись, блядь! 20 миллионов мощи! Ты заебешь нахуй уже! Чат, привлеките к ответственности этого... Ну, чуть запретку не сказал, этого негодяя, блядь! Я тебя сейчас привлеку, нахуй, понял? О! О, его на 5 минут. Блять, админ конч. Вообще просто идиот. Хесусала, а может ты ему скажешь, что у тебя 8к зрителей сейчас? Так я ему говорю, он вообще идиот. Это просто, это конченый какой-то человек. Я вообще не понимаю, как таким людям доверяют админку. О! Поставил полную затычку игроку на 5760 минут. Оскар родни. Чё, блядь? В смысле, блядь, не понял. Какую затычку? Ему рот заткнули. Он тебе писал, что ты сын шлюхи. Бля, а то, что он летал в небе, это типа заебись. Но мама это святое, да. За маму можно и заткнуть его. Бля, где вход в этот ссаный аэропорт? Я в ахуе. Блять, тут забор, ёб твою мать. Чё, ещё один, что ли, читер? Какой там ID был? Четвёртый? Да в смысле, блядь? Сука, опять он. Я этого админа заебу. Да, блядь.
блядь. Ай, бля. Бойся! Спасибо, Чак. Забыл, что самый конченый клипмейкер и стример Владимир Братишкин. А за бабку, извинись. Админ, походу, блядь, ливнул, или что за хуйня? Куда админ пропал? Его уволили уже или что? Следит. Ну тогда он должен был видеть, что прям сейчас мимо меня читер пролетел. Пиздец. Так, где тут билеты взять? Что за хуйня? А, вот. США, Россия. Купить. На 3.30. О, блядь, понятно. Ну, ждем. 8 минут. Куда надо? Сюда? Какой же охуенный серф. После такого навала читеров все начнут ебашить на нем. Ну, блядь, просто админов нет, нихуя. Время позднее уже. Конечно, будут долбоебы всякие. Айди 57. А, он еще раз вернулся. Опять вернулся. И мешает стримить. И делать рекламу. Лучшая шашлычная на этой сервере. И опять исчез. Он ID меняет. Ага. Почему админ не может его просто забанить по IP? Бля, ждем 30 минут. А сколько я уже играю, кстати? Что-то я заигрался, блядь. Я не обратил внимания, во сколько я зашел на сервак. Час 35? Реально? Больше? Вот у меня ощущение, что больше. Страх, час 35, что за бред? Я же в 17 с чем-то зашел. А сейчас уже 19.24. Так, 5 минут осталось до вылета. Да, я в Америке, но я в Россию лечу. Ух, ебать. Бойся! Меня тут спрашивают, как поживает Белый Ратнер. Кстати, кто? Подписывайтесь на самого конченого клипмейкера Эйдена Карачачу. Бля, я думаю, что этого Чачу тоже, кстати, надо забанить. Причем и у меня в чате тоже. Тоже заебал уже чел. Оп, блять. Кто за то, чтобы забанить его к хуям? Все, да? Хорошо. Я подумаю еще немного. Заходите на сервер, я сейчас в Россию прилечу. Встречайте меня в аэропорту, короче говоря. В России там.
Буду вас ждать. Будете меня спасать от читеров? Нет. Это чё за хуйня, блядь? Ля, сука, это что такое, блядь? Германа, ебать. Это тот самый, да? О, гондон, ты меня не обманешь. Я знаю, что это ты. Пошел нахуй отсюда, читер ебучий. Ля, сука, Герман идет. Что, на билет денег не хватает, да? Лучшая шашлычная в Москве. Все, испарился. Так, время. Еще 3 минуты. Да, 18-й сервер. Сервер номер 18. Блять. А, бля. Репорт. Сорок девятый же, да? Бля, куда он исчез? Чё за хуйня происходит? Какие-то привидения, блядь. Герман что-то туда-сюда бегает. Так, 2 минуты еще. Я тоже спрячусь. Чё, блядь? Чё за хуйня? Вы эту хуйню увидите, блядь. Один, привет. Отписываю тебя по стрелке, как ты просил. Встречу возле твоего дома завтра в 14 часов. Пизделка 40 на 40, строимся пауком. Ты в правой передней лапе. Придется впитать слегка. Чё, но тебе не привыкать. Каким пауком, нахуй? Бойся! Чат, напишите скипай капсу. Я заебался один в бане сидеть. Скипай капсу. Скипай. Не, ребят. Не рекомендую писать, вы все в бан отлетите. Не слушайте еблана на донатере. Пусть он въебал деньги, но вы зато останетесь в чате. И еще и не забанены, к тому же. О, все, я в самолете, заебумба. Ну, бля, несколько долбоебов повелись, 3 человека. Ну, это, наверное, и к лучшему. Очищаем аудиторию от дебилов. Прекрасно. Спасибо, донатер, спасибо. Спасибо. Так. А взлет когда? Во сколько летим? Ожидайте взлет. Ладно, ждем. Ебать, самолет, конечно. Ой. В самолете снег идет. Бывает. Бля, опять. Ёб твою мать. Ну, раз бан, так бан. Хозяин, барин. Ребят, на прощание мне хотелось бы сказать, что самый конченый клипмейкер, конечно же, Jesus AVGN. Прекрасный парень играет на сервере с какими-то уебанами, которые кричат в микрофон. Это факт. Все, кто за мой бан, подумайте. Я, конечно, понимаю, что это демократия, но мне будет обидно и грустно. Какая шашлычная лучшая в Москве. Спасибо, что были со мной все эти годы. Ура! Бан Чиче! Так, куда опять? Полет замет... Что, мы взлетели? Самолет покидает аэропорт, направляется в конечную точку. Приятного полета. Все. А я могу выйти? Не могу, да? Уже не могу, все. Все, мы, ребят, летим в Россию сейчас. Надеюсь, в России меня ждет огромное количество людей. Сейчас в аэропорту я выйду, и они меня встретят. И отвезут работать на завод.
Так. Нихуя себе дестройер. Спасибо за рейд. Здорово, ребят. Всем привет. А мы играем в GTA RP. Самп. КРМП, короче. Вот я сейчас из Майами в Россию лечу на самолете, чтобы вы понимали. В прямом нахуй смысле. Только, к сожалению, здесь нельзя посмотреть, как мы летим. Но мы летим, мы в небе. Здорово, ребят, здорово, здорово. Спасибо за рейд, здорово. Ку. Там окна. Ну так нихуя не видно, блядь. Вот где-то в небе летим. Если что, если хотите со мной, ссылка в чате. Да-да-да. Бесплатно все, короче говоря. Бесплатненько. Можно на телефоне играть, можно на ПК. Да. Вот летим, соответственно. Летим. Долго еще лететь, нет? Блять. А можно на айфоне играть в это? Ну, говорят, вроде можно. Вроде можно. Да, можно, пишут. Нихуя. Давно, давно мне столько не донатили. Кандисон, спасибо, и вы тоже давно мне не донатили почему-то, блядь. Это что такое? Это как понимать вообще? Меньше, чем три. Что меньше, чем три? Где вы были? Что это вообще нахуй такое? Спасибо за 420 рублей. Оно не хочет открываться на айфоне какого-то хуя. Это ж почему это? Бойся! Какая шашлычная лучшая в Москве, сука? Не ебу я, блядь. Шашлычная, ё-моё. Тандер Сити, ёпта. Мальчик, водочки принеси, мы домой летим. Вот так вот, а. Так, мальчики, блядь, мы долго ещё лететь будем? О! А где там встречать нахуй меня, люди? О. Еще все, один человек, ну пиздец. Пиздец, блядь, один человек меня встречает. Я в шоке. Ладно, может на улицу надо выйти, там побольше будет. Стой. Меньше, чем три. Мракобес, спасибо. Да. Да, ребята, да, блядь. Мальчик, водочки принеси. Мы домой летим. Это мне машина? Нихуя. Ебать. Не, нормально встретили, ладно, пойдет. Нормально, нормально. Можно дверь закрыть. Нихуя себе. Ебать. Нормальная тачка. Дверь закрыта. А у меня открыта, ну ладно, похуй. Охренеть. Ебать, дома. Красота-то какая. Это читер? Ах ты, сука, это ты что ли опять? От гандон. Я не читер, блядь. Пошел нахуй из моей машины. Как его выгнать теперь отсюда? Могу доказать. Да иди ты нахуй, блядь. Я сразу, я вижу, это вот ты. Вот такая вышла история. Чичу забанили и забыли. Помните своих героев, чат? Кстати, я герой. О, все, до свидания. Да блядь!
Это он, ребят, это... Бля, что с дверью? Что с дверью происходит? Чё, блядь, с дверью? На нахуй, блядь! Бойся! Мой первый донат Хесу. Просто хорошего стрима меньше, чем ты. Пиздец, блядь. О, блядь, у меня ошибка вылетела. Бан? В смысле, за что, блядь? Чел по дороге бегает, и я как нахуй должен? Не надо по дороге бегать. Это он виноват, это ему бан надо. Нахуй он по дороге бегает. Пиздец. Ой. Так, сколько мы поиграли? Да это не бан, у меня просто ошибка вылетела. Ладно, давайте вернемся. Трэш какой-то, блядь. Да, я такую тачку просрал в итоге. Чё, блядь? Не пон, блядь. Да не бан. Просто, типа, пароль неправильный. Да сыка, блядь! Нормальный пароль, блядь! В смысле неправильный? Мы что, взломали? Мне пароль поменяли. Пиздец. Во. Во. О, казик! Именно туда я и хотел. Куда прёшь? Ты знаешь, кто я? Понял, бля. Развлекательный клуб? Чё? Хуета! Пиздец, 5000 рублей просто так потратил. Да. Нет. Да. Вот казино Южный Бандера, вот тут, наверное, интересно будет.
Alt. Ну давай, давай. Сумма ставки 10 тысяч. Блять, что? Минус 10? Не понял, в смысле минус 10, нахуй. А! Давайте, давайте, давайте. Стаканчик, значит, нажмите на... Что? О, я выиграл! А! Бля, я даже нихуя не понял, ладно. Окей, дальше-то чё? И. О, мужики, здорово. Чё, чем занимаетесь здесь? Да ничем, блядь, игра зависла, заебись. Ну и какого хуя? Ебать, у меня пинг 300. Ёбаный рот этого казино. Крестик. Не, а. На самом деле здесь ой. Красиво. Я его хер... Здесь при... в целом очень даже прикольно. Блять, еще один Губанов, что ли? Это лучшая реклама, хта? Чат, вы лучшие, меньше ниж. А Дефендери, спасибо тебе за 300 гривен. Ставка 50, давай нахуй. Давай, блять. Че? Я проиграл? Подожди. Алло. Не, я, конечно, осуждаю казино все это. Я проиграл, блядь! Вам выпало 5. Ой, блядь. Тогда давай по новой. Создать игру. Да, сука, опять уже успел создать, что ли? Давай, третий, присоединяйся или засал. А, Роман выиграл. О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. И в итоге... 8. О-о-о-о. Плюс 150к. Сюда, блядь, сюда. А шо 50к, блядь? Да, слабо больше. Слабо 100. Бля. Вячеслав выиграл, я понял, значит, 10-ка ему, да? Давай, 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 давай. Блин, я что-то не особо понимаю, как тут играть. Какая-то слишком сложная здесь система. Здесь нужны бабки, 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 блядь. Ставка 100 тысяч, нахуй. Блядь, сука, я застрял. Я, похоже, в текстурке тут застрял. Мужики, помогите. Нажми на стаканчик, о, чтобы... О, спасибо. Брось кубик. Спасибо, что уебал мне. О, 11! Охуеть. О, я 20 лямов уже заработал. Слушайте, ну да, походу это самое. Это я нормально сейчас бабки подниму здесь. Оп! Блять. Все, ластецкая. Давайте на 6-й секунде я... Не, на 5-й. Оп! Во! Блин, ну, у меня что-то не получается играть. Да какие 17 тысяч? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да в смысле занят стол? Там мелочь ебаная. Блять, я хочу создать. О! Погнали, ебать. Дайте на 5-й секунде, я сейчас опять нажимаю. Блять! Пиздец, 510 тысяч, нахуй. Пиздец. Пиздец.
Да ёб твою мать, блядь! Слабо? Давайте еще один. Еще один. Ну че вы, блядь? Блин, а че, ни у кого что ли голосового чата здесь нет? Да. Yeah. Бля, меня слышно? Да. Да, да, мужик, тебя слышно. Да, брат, слышно. О, сразу другое дело уже. Гойда. Гойда, Гойда, братья. Деда, а ты не хочешь это на ринге? Гойда, пошли? Братья и сестры. Не, я, конечно, осуждаю это все. Да, блядь, $200. Ой, доллар, блядь, 200 тысяч рублей. Кто? О! Итак, на 5 секунде. Ща ебану. 3, 2. Блять. Пизду. Хотя, ребята, подожди. Ребята, давайте, а чё так скучно? Кто-нибудь спойте песенку хотя бы. Похуй, давай. А, блядская ска... О, я выиграл. Я выиграл. Создать. 3. Блядь. 19 лямов ставь, да ты шо, блядь, денег у людей не хватит столько. Да ёб твою мать. Да что ты мелочь, это 66 тысяч-то? Ого! Да сука! Да, А, до миллиона только можно. А слабо на миллион. На миллион кто готов? Деда, ебать, ты зажался. Сделал немного, блядь. Народ тоже хочет его подрать. Давайте, на лямчик, блядь. Че, никого, что ли, нет? Ну, пипец. Да, понятно, блядь, слабаки. Понятно. Хорошо, давайте тогда 5 человек на 10 тысяч рублей. Давайте, 5 человек, все по десятке, все сюда. Давайте, последний. Уж у всех должно быть 10. Шо, мелочь? Ну, блядь, шо, последнего нет, что ли? Давай, десятку вкидывай, ёбаный рот, блядь. Оп. Хуяк. Ну, я выиграл. Последний еще. Алло, дядя. Оп. Сюда лут. Пиздец. Охуел? Сука, черт, ёбаный. Нас обоссали, пацаны, уходим. Пиздите, возвращай деньги. Ха-ха-ха. Бомжей обокрал. Ха-ха-ха. Ладно. В принципе, на этом можно на сегодня... Здравствуйте, почему я не мог войти? А, денег нет, вот поэтому я не мог. Вот, да. К тебе читер опять тэпнулся. Это опять он был? Ну ничего, завтра всех побанят. Фух, блять. Жесть.